Да, одна из главных задач нашего мозга – это планирование, да, проектирование будущего. И, соответственно, если ты жил с человеком, то ты какое-то свое будущее фантазировал, проектировал, твой мозг планировал будущее, учитывая, что этот человек будет рядом с тобой. И когда ты разводишься, то есть вот это будущее, которое ты спроектировал, спрогнозировал, оно, по сути говоря, умирает. И это вызывает очень сильную боль. И эту боль важно уметь прожить, потому что если вы не позволите прожить, то вы не закончите эти отношения. А если вы не закончите эти отношения, то там в будущем какие-то могут быть проблемы. Поэтому, если так случилось, что решили развестись, то я думаю, что это очень важно прожить все те, то есть потери вот этого будущего, планов, ожиданий, и это важно проживать.